друзья, всем привет! Мы сейчас направляемся в аквапарк. Хотела вам поснимать немножко местность, насколько это возможно. Благо у нас сегодня солнце сейчас. Ой, такая красота! Природа. Парковка тут платная? Да. Сегодня были. Люди идут отдыхать. Да, спусти этот. Не достанешь. Чуть-чуть мне не хватило. Не достанешь. Благодарствуем. Как красиво здесь. Нет, Влад, тот, который продали. По-русски разговаривает, причем такой русский акцент. Угу. А тут все забито, блин. Не ругайся, сейчас наше место будет. Сейчас будет. Вот видишь, сразу первое место. Вот. Ты же видишь, что я тебе сказала? Видишь? Вот наше место с тобой. Вот так. Вот, идем в Апахаус. Вот это шикарный ресторан «Вилочинка». Шикарный, просто очень вкусная кухня. Да? Угу. И вот там вот, если вправо пойти, там есть пляж The Bay. Тоже есть и заведение, и пляж очень уютный, красивый, такой прямо, знаешь, классный. Да? Классный. Сколько мы, да, 3 месяца хотели сюда попасть, все-таки мы попали. Если бы ты ко мне раньше приехала, мы бы с тобой попали. Ну, раньше. У нас из-за собаки нельзя. Да. Теперь детки с мамой. Так что можно отдохнуть. Сашка, какие нам... Видишь, вот такие вот ключики тебе выдаются. Ты для них ходишь на термальную зону, которая с саунами, они вот такого цвета. А на водную просто бассейны внутренние, они другие, они просто дешевле идут. Ты ходишь, прикладываешь туда. Да, и у каждой свой номер. У меня 43-й, значит, у меня другой. Да, и вот у меня, например, там 24-й сюда приложу. Здесь. Все, и он у тебя автоматически открывается. Пойдем. Куда мы туда идем? Без разницы. Здесь детская зона. Пойдем. Тоже так, сейчас свой ключик возьму. Давай. Халат слишком длинный. Вот так. Все. Я прохожу. Вот такая зона здесь. Я следующая. Да. Видишь, это для деток. Здесь маленький бассейнчик. И пишут аквазона, а это термальная зона. Вот это все аквазона с бассейном. А, это только бассейн, да? Да, здесь только бассейн. А термальная зона... С видом на море, классно. Да. Видишь, детвора может пойти в бассейн. Угу. И, соответственно, на улицу, но уже с предружителем, со взрослыми. Здесь магазинчик есть, если кто-то там шлепки забыл, купальника нет. Да. Вообще все не проблема. Дезинфекция, всегда все чисто, все там моют, убирают. Вот, это детская комната, там же можно деток оставить тоже погулять. Да, у каждого халат и полотенце. Да, обязательно. У полотенца 3 лево стоит полотенце, 5 лево стоит халат. Если ты берешь термальную зону,
полотенце входит в комплект, а халат уберешь отдельно. Крио-сауна. Холодная, мне тоже можно пользоваться. Да? Да, это туалеты. Угу. Вот это еще все водная зона. Угу. Видишь, достаточное количество душек и всего. Угу. Здесь сейфы для сохранения личных, ну, каких-то дорогих вещей. Здесь сидишь, здесь окна. Угу. Здесь можно ложиться отдыхать. Просто сейчас пока коронавирус, как бы не позволяют ими пользоваться. Угу. Ну, исключительно так. Видишь, здесь такие комнаты отдыха. Релакс-зона. Это ресторан, бар, здесь заказываешь, платишь уже на кассе. Вот это вход в термальную зону. Видишь, у нас по отдельному браслету, мы сейчас туда идем. Классно. Грубо говоря, подплывать я этого не делаю, потому что голова. Да. Чтобы не мочить. Вот это зона отдыха. Угу. Это самое очень теплое, нормальное. Угу. Хотя я тебе покажу именно ту зону, которая с тобой охранники смотрят, наблюдают, чтобы не повезли на него. Что ли? Угу. Это соляная комната. А, класс. Это турецкая баня. Это закрыто, наверное, да? Еще одни. Это парная. Закрыто сегодня, да? Из-за коронавируса, чтобы не было соприкосновения. Кто-то там слюни упустил, кто-то еще. Да. Вот. Это холодная вода. Холодная, а вот там лед еще дополнительно. Это еще одна сауна. Ну, ей пользоваться можно. Можно. Это травяная сауна. Угу. Тоже работает. Вот это закрытая комната. Это если частные вечеринки проходят, им выделяют полностью закрытую территорию, чтобы к ним никто не имел доступа. Круто. Да. Круто. Ой, прости. А? Да. С таким вот видом вот на море. Закрытый лаунж, вот до сюда он идет. Угу. Здесь выход из термальной зоны. Тоже в бассейн, да? Да. И ты снова заходишь в зону вот эту водную. Да, е-мое. Тебе надоедно. Все. Ой, какой вид на море. Вот здесь вот тренировочный бассейн, видишь, он для пловцов. А ага. Вот там вот видишь, вот эта сауна, которая с видом вот сюда на море, на вот этот крест, она уникальна. Класс. Класс. Детей просто так сюда не пускают, только чтобы родители смотрели. Угу. Пойдем вот там вид. Да, вид, конечно. Там вот видишь, что там бар, ресторанчик. Угу. Сидеть. Сейчас туда тоже пройдем. Вот. Вот это вот пляж. Раджана бич, Златная рыбка. А мы там гуляли? А я не помню. Возможно, самый первый гуляли. Раз, когда мы сюда приезжали, мы гуляли? Возможно, и гуляли. Вот это вот все, вот это все водная зона. То есть люди, которые берут доступ в водную зону, видишь, не, ну, конечно, красота. Как тебе? Класс? Красота. Пойдем морешко хоть заснимем. Морешко. Погода сегодня благодать. Да. Видишь, вот эти вот лежечки можно выбирать. Там, когда тебе прям лежишь с видом на море, да? Классно. Смотри, море сегодня такое темное. Ну, не такое уже. Сейчас уже более красочное. Да. Утром сегодня. Ой, как красиво. Вот там мест достаточно. В любое время, когда бы ты ни пришел, сегодня вот выходной день, да, суббота. Да. Люди прогуливаются. Там на пляжах отдыхают. То есть Константин и Лена, они, конечно, вот это вот все стоит на термальных источниках. Они бьют из-под земли. Весь Константин и Елена, он идет на сундаже термальной воды. Угу. Разные составки воды, разные, у них получается... Ой, скажи мне, как это, господи, по-русски?
у них на бассейнах есть вывески. Потому что просто так, например, температура. Кто-то не выдерживает горячую воду, кто-то не выдерживает холодную воду. Поэтому, вот видишь, вот здесь вот это. Пойдем, возьмем чего-нибудь себе. Попить воды. А потом, да. Пойдем. Винишко. Будем пробовать винишко? У нас 3 часа времени, потом за руль. Там пока есть возможность выпить бокал винишка. Почему бы не? Ну давай. Какая красота. Какая красота. Маски не надо? Нет. Скорее всего, не надо, да? Ага. Будем по стакану сухого вина. Да, цены очень доступные. Вот смотри, салаты. 7,99, да, без салатики. 5,90, шопский салат. В принципе, нормальные цены. Есть кухня, да? Да, очень хорошо. Рыба, морепродукты. Ну да. Заказали по стаканчику вина белого и розе. Хотела вам показать. Смотрите, ребята. Я как раз вышла в сауны, а тут свадьба. Фотографии делает. Вообще такая прелесть. Вообще. Вообще красота. Очень красиво. Люди отдыхают. Очень красиво. Все так. Советую всем сюда приехать. Вон Танюшка селфи делает. Да, вообще. Классно, классно. Очень советую сюда попасть. Когда ты советуешь, у нас вино нагревается. Заканчивай. Хорошо. Ну вот, мы сидим, пьем, наслаждаемся морем. Сейчас пойдем в сауну греться чуть-чуть. Которая с видом на море. Да, и с видом на море. Да. И покажем вам эту красоту здесь. Очень, конечно, место. Стоит хорошие сюда приехать. Хорошие бокалы вина, да. Ресторан. Поэтому мы сюда сегодня еще вернемся. Да. Так что всем хороших выходных. И мы пошли отдыхать. Да. Вот лежим теперь, загораем на солнышке. Сейчас пойдем в сауну отдыхать. Ой, погода, конечно, у нас сегодня класс. Утром была не очень. Был дождь. А сейчас просто класс. Место красивое. Сейчас идем в классную сауну с видом на море. Да. Давай. Как тут скользко. Какой вид. Какой вид на море. Сегодня вот отсюда сфоткать. Я вот так пристану, смотри. Сейчас. Ой, какой вид. А. Вид, конечно. Да, я иду. Вот
смотри, вот отсюда, так, чтобы полностью с ногами и чуть-чуть издалека. Вот так вот, смотри. Во. Шли в сауну, ну там пока все полно. Ну, зайдем попозже. Какая же все-таки красота.